Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая высаживать томаты, я хочу показать вам, как выгодно отличается рассада, выращенная мной на улице в тоннелях. Смотрите, какая у нее корневая система. Какая она зелененькая, такая густо насыщенного цвета, яркая. Она отличается выгодно даже от той, которую я выращивала в теплице. Хотя выращенная в теплице уже цветет, и на некоторых помидорки, но она выглядит немножко как слабее и хилее, чем вот эти богатыри уличные. Вот видите, какая. Еще раз доказывает, что самая хорошая рассада все-таки получается в уличных, естественных условиях. Она быстрее всего укоренится, конечно, куда-то с такими корнями. Она не болеет на солнце, потому что привыкла к солнцу. Все видеоролики о выращивании такой теплицы в тоннелях на улице у меня есть на странице в Одноклассниках. Набирайте Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Зимой напишу подробную статью для тех, кому интересно, как прикапываю, чем закрываю, какими дугами, какими укрывными. Так что на будущий год можете вместе со мной попробовать вырастить рассаду в уличных условиях. Можно получить вот такую крепкую, здоровую рассаду, даже не имея теплицы. Все, до свидания. У нас идет дождь, высаживаю томаты. Прекрасная погода для высадки томатов. Все хорошо. Всем желаю хороших урожаев.